Клиплат, он же световой дождь. В этом году сияющих деревьев в Ульяновске станет в 3 раза больше. И в прошлом, 2012-м, его протяженность составила 44 километра, то в этом закупили еще 80. Новинкой сезона станут сноуфолы, иллюминация в виде тающих сосулек. Они, пояснили в администрации, украсят Ульяновск единым ансамблем. Вся эта работа ведется прежде всего на основании концепции, которую разработал комитет архитектуры. Объекты праздничного оформления – это наше здание. Значит, наш зеленый фонд, деревья, это мосты, путепроводы, значит, какие-то отдельные элементы. Сейчас круглосуточно над украшением города трудится 15 бригад. Праздничный вид уже приобрели Московское шоссе, улицы Рябикова и Кирова. Потрясающе! Везде все горит, мигает, светится, снежинки, гирлянды. Вот прямо уже чувствуется праздник. Символы Олимпиады, медведь, барс и заяц украсят центральную площадь Ленина. Там же разместят полюбившиеся ульяновцам ледяные скульптуры. Сюрпризом станут интерактивные светомузыкальные сердца и ледяная тарелка диаметром 4 метра. В ней можно будет волю побарахтаться и взрослым, и малышам. В оформлении дизайнеры продумали все до мелочей. Что касается цветовой гаммы, нам были выбраны самые, так сказать, подходящие цвета, на наш взгляд. Это белый и синий цвет, свет диодов. То есть цвет Ульяновской области. Что же касается культурной программы, то здесь ульяновцев ждут новинки. 26 декабря по центральной площади пронесут олимпийский огонь. К этому моменту приурочат торжественное открытие главной елки губернии. Далее ежедневные развлекательные программы для детей, дискотеки для взрослых и конкурсы. Один из них – галерея снеговиков. Мы планируем, что если все будет хорошо со снегом, он будет липкий, то конкурс пройдет 7 января в Рождество на площади Ленина. Приглашаем всех обязательно к участию. Хочется увидеть много креативных, интересных идей из снега. И обещаем, что от организаторов тоже будет небольшой сюрприз. В парке «Владимирский сад» будет работать резиденция Деда Мороза. Там же пройдет и акция «Елочный парад», где каждый сможет почувствовать себя дизайнером и украсить елку с помощью своей фантазии и подручных материалов. Елена Гончарова, Дамир Губеев, Алексей Прохоров, «Вести Ульяновск».